Оперирую. По нашим заметкам судить тоже не слабо. А какие это заметки? Это очень важно. А вот кофеем таким, знаете, цикорием пахнет. Да. Вот пленного проведешь, а он не тот стал немец. Не тот? Не тот. Устал немец? Ну, что и говорить. А пойдет с нами на мировую? Кто ж не знает. То есть, ежели судить по солдату, так война на всем осточертит. Да. Но ведь у них-то царь. Да ведь наши генералы тоже мира не хотят. Вот это верно. Как же быть? Ну, а если советская власть скажет солдату, берите дело мира в свои руки. Да, я тебе так скажу, дорогой товарищ. Вот ежели советская власть это самое скажет... Не робей. Кто я? Хотя бы вы. Возьмите себя. Сейчас каждому солдату приходится за судьбу всей России браться. Да, страшновато, не спорю. Вы женаты? Был, теперь не знаю. Дети остались? Трое. А земли много? Ну и где что? Лошадь есть? Цела. Корова? Вот коровы нет. А винтовку отдать нельзя? Как? Нельзя. Нельзя. Боязно бросать ее, товарищ. Тихенский идет на нас с оружием. Да. А Каледин на Дону поднимает казак. Эх, чего? Что же это, если они первые кинутся на народ? А? Опять война? Солдат ведь устал. За что и как воевать? Сейчас за Дарданелла воевать никто нет, не будет. За Дарданеллы воевать мы не будем. Не будем. Не будем, нет. Но если царские генералы захотят посадить помещиков и капиталистов, то вы как думаете? Вы сами как думаете? Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня. Сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас? А? Нет, уважаемый, вы что мне, может, не верите? Я вам от чистого сердца говорю. Ну, простите, что задержал. Да что вы, какой ну. Там. А чаю? Пойдемте, я вам покажу. Ага. А чаю вы найдете наверху. Вон там, по лестнице. Там у нас столовка. Как ваша фамилия? Шадрин. До свидания, товарищ Шадрин. Вот тут люди-то какие бывают, а? Браток, ты меня не бойся, я с фронта. А я тебя не боюсь. Слушай-ка, с кем это я разговаривал? Кто это такой, а? Кто? Ты вот это вот. Ленин. Что ж ты раньше-то? Эй, а чайник-то? Товарищи! 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 Братцы! Товарищи! Товарищ, я разговаривал с Лениным.